Проложить газовые и водопроводные сети, построить очистные сооружения. С такими просьбами жители республики сегодня смогли обратиться к Михаилу Игнатьеву. Глава региона провел очередной прием граждан по личным вопросам. С подробностями Дмитрий Ковалев. Станция по очистке сточных вод в селе Янтиково давно исчерпала свои ресурсы, говорят местные жители. Станция с 85 года построена, и по лабораторным исследованиям свою функцию, свою то, что она должна, она как бы не справляется. Перегородки прогнили, бетонные плиты перекрытия имеют невосполнимые трещины. Проект реконструкции станции дорогостоящий. Средства на это надо искать в рамках федеральной программы. Один из лучших вариантов – в конце 2020 года можем ввести в эксплуатацию. Очистные надо построить и ввести. Это по федеральной программе оздоровления Волги. Мы должны 13 очистных построить в Ядрине. Тоже толком не работает Маринский посад, Козловка, там, который там, и в городе Чебоксары. Жители села Янгильдина Чебоксарского района просят подвести водопроводные сети к недавно построенным домам. Этот вопрос глава региона взял на контроль. Парадокс, но жители центрального района Чебоксар нуждаются в голубом топливе. В одном из частных секторов нет газового отвода. Улица Солнечная по городу нашему находится практически в центре города Чебоксары. Газа там нет, люди топят электричеством и, как это не смешно бы звучало, и сквозь слезы на дровах. Глава региона отметил, что проблема горожан должна решиться в следующем году. Деньги по инвестнадбавке Минстрой предусматривает на газификацию данной улицы. Я сейчас, с учетом того, что приемный президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путина, зафиксирую соответствующие поручения, дам. А сами жители готовы с трассы провести к своему дому? Да, все готовы. О финансовой помощи Союзу профессиональных писателей говорили Анатолий Кибеч и Лидия Филиппова. Михаил Игнатьев посоветовал подавать заявки на участие в грантовых конкурсах. На эти цели в бюджете закладываются многомиллионные суммы. В канун столетия республики поддержка творческих инициатив выходит на первый план. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.